спотыкаюсь об эту раскладушку, открываю окно, и там просто кран перевозит всякие стройматериалы, там какая-то дробилка гасит камни, асфальт кладут и все такое. Я просто такой молча закрываю и сразу такой: Лиза! Лиза, что за фигня? Лиза, что за фигня? А Лиза понятия не имеет, что за фигня. И, в общем, Лиза все приехала, говорит, я сейчас через час подъеду. Она приезжает, говорит, вы что, типа, охренели? Вы понимаете, кто к вам вообще приехал? Действительно. Действительно, вот. И человек не был, как бы, в отпуске. Год из грязной зоны только вылез. Он не согласен спать на раскладушке. Короче, и нас перевозят в номер, типа, как бунгало. И отдельное, с отдельным бассейном, и бассейн на море, и, ну, просто, да, нереально круто, красиво. Там тоже, ну, ты покажешь у себя, да, на страничке? Да, там две... Подписывайтесь на Олега Абакумова, он на своей страничке сейчас покажет. Привет, мои подписчики. Ну, не мои, но потом будут. Вот, короче, да, и он двухкомнатный номер, просто, ну, невероятных размеров, очень красивый. Так что спасибо, Лиза. Там, причем, там тоже видно... Лиза, спасибо тебе за то, что ты встретила ребят, организовала им отдых. И за то, что ты избавила их от раскладушки. Причем да, там, это главное достижение. Причем там тоже прикол такой, я сейчас просто покажу. Там тоже вид на море, и там тоже вид на стройку. И вид на стройку... Вероника Королева пишет, и твои подписчики, Олег. Они тут там со мной. Я подписалась, Татьяна Барданенко пишет. А потом фото по тобой. Вот, вот это вот прикол. То есть ты смотришь... А, ты это смотришь, уже вот у тебя потрясающий вот такой шикарно, вот вид. Шикарно, слушай. И здесь стройка, как бы, КамАЗ вываливает. Они ресторан достраивают. Да, КамАЗ просто вываливает стройматериалы прямо в море. Ну, так вот, да, красивенько. Класс. Вот, посоветуйте, как пережить коронавирус. Да, но из всех огромных плюсов то, что когда ты попадаешь на Северный Кипр, тебе нужно сидеть здесь на карантине, все дела. Вот, есть, в общем-то, хорошие люди, которые нам помогли избежать вот этого вот момента с трехдневным карантином. Даже, ну, прикол то, что приезжаешь, получается, вакцинированный. То есть я вакцинирован, у меня отрицательный ПЦР-тест, и мне все равно сидеть 3 дня на карантине. А если не вакцинирован, вот как Серега с одним ПЦР-тестом, ты сидишь неделю на карантине. Да.